Всем привет, с вами Психиатр, и сегодня я начинаю прохождение Gods and Glory. Сразу хочу заметить, что проходить я буду игру на линке, на Zorin.OS, вот. За что большое спасибо Дашке, который сделал такой заказ. Вот. Эта игра, я в нее, во-первых, хочу сказать, не играл, но знаю про что, знаю о чем. Это что-то типа Happy Wheels, в который мы с вами играли. Вот, я тут кое-как настроил джойстик. Официальный трасс-сообщество. Нет, трасс-сообщество мы смотреть не будем. Тут есть официальные трассы, их достаточно много. Вот. Мы постараемся их все пройти. Это, я так понимаю, даже не день в парке. Вот, тут, как видите, много уровней. Под уровней, так сказать. Я ничего не запускал, ничего еще не знаю. Так, а как мне? Ага, вот. Приятный парк. Насладитесь прекрасным летним днем в парке и потренируйтесь управлением персонажами. Или просто передавите всех. В игре Gods and Glory это можно сделать совершенно безнаказанно. Так вот, это что-то типа Happy Wheels, только в 3D. Так, ну передавите всех, я не знаю. Давайте возьмем по стандарту Джон и Джимми. Вот, пиздюк с батей. Основы движения... Так, основа движения я понял. Тут, короче, для клавиатуры, но я играю на геймпаде, поэтому мне нужны свои основы движения. Так, я могу всех придавить. Куда побежали? Куда побежали? Нормально, поедешь с нами, дружище. Куда, 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 куда ты? Что происходит? Что случилось? Что случилось? Я катаюсь на заднем колесе? А, я катаюсь на голове, я понял. Кнопка В или вверх на крестовине. Ага, спасибо. Так, да, людей лучше не давить, я все понял. А музычку нам завезут сюда или как? Или мы без музычки катаемся? Если без музычки, то это плохо. Это вообще прям не круто, я считаю. Музычка должна быть. Ну ладно, если, короче, тут не будет музыки... Ой, а чё, как-то оно все съехало-то, ну ладно. Если, короче, не будет музычки, я, наверное, что-нибудь свое подложу. Следующая трасса, отлично. Первые шаги. В играх есть всего два правила. Проходить все контрольные пункты и ни в коем случае не сдаваться. Добро пожаловать на трассу первые шаги. Так, а я что, теперь ходить не буду за мужичка? Давай. А, нет. Контрольные точки. Допустим. Хорош. Замечательно. Великолепно. Это финиш? Так легко? Ну, это пока что обучение, понятно. А нет, это еще не финиш. А почему некоторые значки помечены как бы таким этим флажком? Нас пока просто учат кататься на велосипеде. Это как бы нормальная тема. Личные рекорды. Тут все это на... Это что это такое? Кто стреляет? Блять! Пиздюк, выручай! Пиздюк нас фигачит. А не, музычка какая-то это начала. Правда, тихо играет, но... Нормально, нормально, пойдет. Самый раз. Кто стрелял-то, я не понял. Хей-хай-хай-хай-ха! А, отлично, это финиш? Очень впечатляет, естественно. Как может быть иначе? Так, сменить трассу. Погнали дальше. А что, все что ли, день в парке? Так нет, папа крутит педали. Крути педали, пока не дали. На самых коварных трассах, ключом к выживанию, иногда оказывается скорость. Научитесь применять ускорение и вовремя давить по тормозам. Так, ну естественно, батька. Батьку выбираем. Кто стреляет-то? Какая мразь? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Спокойно! Не надо! Пацаны, вы чего? Я ж просто катаюсь на велосипеде. Зачем меня фигачите? Ни за что вообще. Это нечестно. Это просто нечестно. Где чё? Ага. Ясно, понятно. Так, вот это надо аккуратней. Да хорош, а!
Держись, кот. Пиздюк, держись. Что-то музыки прям очень мало в этой игре, я не знаю. Она как-то временами появляется, временами пропадает. Что это такое за крюк? Что-то опасное. Финальная точка, спокойно. Спокойно, спокойно. Ты чё, автобус? Есть курить, ты что? Да хорош, а? Яйца мне простреливает, пес. Спокойно. Я тогда объеду. Ты какой? Какой говнюк, а? Все, ништяк. Я даже какие-то места занимаю в первой 50 тысяч на этой. Вообще ништяк. Так. А, простите, как мне... А вот, следующая трасса. Адреналинчик. С помощью адреналина можно замедлить время и облегчить выполнение самых сложных задач. Готов к бешеному к бешено вращающимся пивом? Ха, я не готов. Да вы чего? Я только учусь. А ты чего упал? А он все, короче, он сразу того. А, кнопка Y. Ебать, замедление времени, нихуя. Оу, ха-ха-ха, прикольно. Так, ладно. Так, а зачем мне здесь замедление-то, простите? Я ж могу это легко. Не-не-не, я не хочу, подождите. Подождите, пилы. Нет! Все, отлично. Ты что это такое? Здесь вылетают какие-то эти. Ага. Так, ну я учусь. Я, в принципе, нормально. Вообще по красоте все делаю. Так, по лесенке я не поеду, спасибо. Там что-то небезопасно, по-моему. Так, тут что? Что это? Кролики, спокойно! А вот. Вас не остановить. Да, я такой, меня не остановить. Меня не догнать. А трюк качества. Вы научитесь выполнять чумовые трюки, которые пополнят шкалу ускорения и помогают предоставить сложные... преодолевать сложные препятствия. Вперед к сиянию славы. Вперед! А управление в воздухе. Левый джойстик бампера. Да без проблем. Хорошо. No problem, абсолютно. Ебать, трюкач. Есть. Уху. Пиздюк, держаться. Так, куда здесь дальше-то? На небольших рампах поднимайтесь на одно колесо и используйте ускорение. Сальто на рампе. Чего? Какое ускорение? У меня ускорение здесь есть. Опа. А как мне здесь... Простите, ускорение-то юзать? Я как знаю замедление делать? Опа. Это я зря нажал, спокойно. Что-то я не пойму, как ускорение того. Есть курить! Ты куда, дружище? Десант! Десант в деле! Я ищу, если что, ускорение. Ну-ну-ну-ну-ну. Так, ну ладно, сейчас, наверное, где-то объяснят. Хотя я не уверен. Так а как мне здесь трюки-то делать? И ускоряться-то меня не научили. Выполняет шкалу. У меня есть шкала ускорения. А, вот внизу. А как ее? А, вот. Это ускорение? Серьезно? Ну давай. Ты, блин, тут еще заехать надо по это. Так, ну-ка подожди. Сейчас я это сделаю.
Есть курить! Нифига, красава! Ну, я, правда, с приземлением немножко подкачал, но это тоже неплохо. Чтобы пройти финальную проверку, сделайте переворот в воздухе. Что? Переворот, клавиши, бамперы, левый, правый. Есть курить. А как я... Что-то я не понял. Насчет бамперов. А, вон как. О, похоже, было сложно. Да, что-то как-то... Что-то как-то посложнее сейчас. Прыжок с к славе. Вы научитесь использовать кнопку выброс, которая поможет добраться до трудных мест. А я уж научился. Так, мне предлагают выбор, но я... По стандарту возьму этого дурачка. Кнопка Y. Не работает что-то. А что не работает? Почему? Так не работает Y. Так не Y, а B получается, что ли? О чем это Y написано? Или это я тупой? Кнопка Y, ты издеваешься? Кнопка B. Ты управление-то перепутал. Все, другой разговор. А, пьяный полет. Вы научите управлять гениальным и вечно пьяным бродягой Ларри на ракетном садовом стуле. Ларри! Ебать, это дед, короче, из этого. Вы поняли? Спокойно, спокойно, дедуля. У нас же был дед на этой, на коляске. В Happy Wheels, помните? Дед-то где, алкашку-то надыбал? Пьянчуга гребаная. Так, спокойно. Божественно! А чё как громко-то? Спасибо, конечно. Я понял, что божественно, не надо карать. Не надо так орать. Радостный день. Что может укрепить душевный контакт лучше, чем совместное катание по окрестностям на велосипеде? А что мне предлагают? На велосипеде. Сказали же вам, на велосипеде. О! Ебана дурачка, сейчас все проеду. Я просто катаюсь. А где этот-то? А вот. На кой мне ваши замедления? И так нормально едем. Так, а мне походу надо было в ту сторону. Спокойно, не надо мне по пяткам там чесать. Я вообще все на изи, тупо прокатился. Тупо покатался, меня даже ничего не задело. А Холм со старым, исследовав таинственную старую лачугу на холме, наши герои оказались в начале новой трассы. Никаких контрольных точек, полная свобода. Я думал, со старым дедом будет. А чё, я могу шляпу надеть? Ну, давай. Ха-ха-ха, ядрить ты. Ядрить ты, модник. Ха-ха, дурачок. Где такую шляпу ты взял? Панамка какая-то. Так, нам здесь, получается, нужно тупо до финиша доехать, да? Как там ускорение-то? Ага. Ю-ху! Спокойно! А чё это стреляет-то по старым холмам? Откуда здесь взялось это все дело? Ёптить! Аккуратно, аккуратно. Не надо, пацаны! Я всего лишь еду это покататься на велосипеде по холмам. Горный велосипед. Давай, 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 крути педали, пока пизды не дали. О, пиздюк минус, пиздюк, извини, ты слишком жирный был. Много места занимал. А, выдающийся результат. Ну, естественно, как может быть иначе? Разогрев. Настало время подняться на ступеньку выше. Впрочем, не пугайтесь, разогреваться мы будем постепенно. Все будет хорошо.
Все будет замечательно. Так, но я пока что не буду менять. Мне кажется, здесь нужно кататься на этом велосипеде. Вот, потому что... Да и музыка такая. Опа, женщина. Вы что тут забыли? Ага. Есть курить, зачем? Блин, вот это меня сбило, короче. Я хотел ускорение прожать. Да не надо. Где я? Что происходит? Ну ты дурачок, что ли? Чё ты падаешь постоянно? А можно объехать? Спасибо. Никто ж не против? Если я объеду чуть-чуть. Чуть-чуть объеду. Так, это что, это финиш? Нет, это не финиш, это просто точка. Есть курить, это что такое было? Ты что? Бляха, мины, спокойно. Да хорош там мечами-то кидаться, мы не вышибал, вообще-то играем на велосипедах, катаемся, спортом занимаемся. Так, пиздюк минус, я понял. Не надо. Не надо. Я сказал не надо, значит не надо. Так, это ускорение, я понял, да? Есть курить. Бляха, зачем? Зачем я нажимаю? Я так... Да я не заметил, где там мин-то была, ну. А ты, сучка, подставила меня. Тварь какая. Гребаный трюкач, спокойно, вы великолепны. Конечно, великолепный пиздюк со мной даже доехал. Удивительно, удивительно, что в этом мире происходит. Холм с часовой, с часовней. А вот теперь все серьезно. А классическая трасса скоростного спуска, на которой вам предстоит лицом к лицу встретиться со своими страхами и помочь этим храбрецам добраться до финиша живым. No problem. Так, ну давайте, давайте, окей. За мелкого. А чё это за мной? Я думал, я просто за мелкого кататься буду. Так, мелкий улетел, я понял. Опа, опа, опа. Ну ты чё? Ну почти же, а может долетим? А, так я за мелкого играю, все правильно. Просто я в шляпе его не узнал. Вот ты дурень. Ну что, у тебя кишки-то разлетаются, ну. Прибереги кишки. Да ёптите. Так, мелкий пиздюк не умеет кататься на велосипеде, или что происходит здесь? Спасибо. Так, 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 так. Да ну кто? Кто по шапке съездил? Какая мразь. Да вот эта мелкая девка мне мешает. Тварь такая, а. Ачив какой-то дали. Так, спокойно. Мне кажется, надо этот. Возродиться. А как мне тут персонаж сменить? Не знаю, что ли, выходить? Ну ладно, попробуем до этого. Валим, валим, валим! Тут стреляют со всех сторон. Быстрее, мелкий. Живи! А его не задевает, он же низкий. Он же мелкий. Уклоняюсь от всех этих стрел. Мансую вообще по-божески. Так, трюкачество, погнали. Давай, 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 давай. Ю-ху! Есть курить. Так, ну ладно, это ничего страшного. Мы сейчас еще разок попробуем. Да, блядь, ты можешь на мин-то не наезжать, ну. Объедь. Давай, 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 жги. Да, блин, вот эта коляска меня, короче, сбила. С панталыги. Сейчас я ее оторвал и сделаю все по красоте. Так, заедем на горку, чтобы был разгон. Ты ёптить. Юху! Ебой! Давай, давай, не умирай, колесо сломалось! Колесо в текстурах! Да ну нет! Ну я же перелетел вообще четенько.
Ну ты давай, ты сможешь, я в тебя верю. Ты, блин, а? Все. Давай на переднем, поехали. Так, а может я смогу долететь? Это ты, блин, дуреня. Тебя подпрыгнуть просили, а не вылететь. Ладно, я понял тебя, игра. А зачем? А, вот нормально. Да спокойно там. Так, от мелкой это избавились. Сейчас нужно заехать повыше и взять разгон. Погнали. Блять, мелкая сбивает меня. Спокойно. Плохо. Еще разок. Еще разок. Только без паники. Сейчас все получится. Аккуратно, не надо. Во. Погнали, ёптить. Ну! Есть курить. Хорош. А вот и финиш, а вот и я. Все, пиздюк, понравилось. Что мне там за ачивку какую-то какашку дали? Поберегите шею, скоростная трасса вдоль центральной улицы с всем поворотом в конце. Вам понадобится умение делать бочку в воздухе. Да какую к чертям бочку? А, мне новую шапку дали. Да вы чё? Ой. Извиняй. А можно без бочки-то? Ну блин. В смысле? Есть. Сори, не получилось сейчас трюк. Надо было потому что сразу заезжать, я понял. Я понял свою ошибку. Заезжать надо было сразу. Вот. Ага, офигенно. Ладно, сейчас я с ускорением сразу залечу на финиш. По-любому. Давай, 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 давай! Ага, ага, ага! Хуёво. Ладно, ничего страшного. Да ну ты чё, падаешь-то, ну? Ну приземлился на голову, ну встань, поехал дальше. Реально, что ли, бочку придется делать? Да вы чего? Я ж не умею. Я этого не проходил. Я этого не умею. Опа. Опа, ну ты чё? Ну я же приземлился. Говнюк. Почти же получилось. Чё не так-то? Все же должно и получаться идеально вообще. Так, пиздюк сразу минус. Блин, а я без пиздюка-то выше летаю, между прочим. Может мне сразу от него избавиться? Пиздюк, сорян. Ай, ты жив еще? Я думаю, я тебя выкинул. Ну ладно. Поедешь со мной. Поедешь со мной. Да ёпарас это я. Блин, а ты можешь, прости, не врезаться в этот? Я ж вроде бы не так быстро еду, чтобы, короче, того, в препятствие-то налетать. Да ну почти, ну твою мать. Я почти залетел туда. Причем я специально притормозил этот, газ отпустил. А он все равно, короче, того, разогнался как сволочь. Это потому что пиздюк отлетает, я вот отвечаю. У меня улетает пиздюк, и он летит, короче, выше. Пиздюк не хочет мне помогать. Да хорош, а! Да ну как же я должен приземляться-то, ну, в такой ситуации? Ладно, я давай тормозить буду. Без проблем.
Что, я слишком быстро еду? Пиздюк, держись! Не ссы! Блять. Не одно, так другое. Не пиздюк, так это. Велосипед вылетит не туда. Пиздюк, сори. Вот! Ты ёптить. Я перепутал кнопку ускорения с этим прыжком. Зачем ее сделали на Б? Лучше бы реально было на Y. Разработчики, короче, напутают. В самом начале правильно не сказали, и теперь я этот... Теперь я путаюсь. Все, ну блин, ну все идеально было. Здрасте. Блин, я думаю, перелетел, а в итоге я, короче, свалился. Так, мне нужно разгон как-то набрать. Вопрос, как это сделать. Блин, а там еще придется прыгать, да вы серьезно? Получается, надо все как-то проходить в одну эту. Ну, без тормозов. Сразу залетать туда. Это ускорение, оно вообще, короче, никчемное. Нигде я. Да пошел ты в жопу. Тут, короче, нельзя этот. Нельзя там тормозить. Надо вот с этим ускорением лететь дальше. Если я там останавливаюсь, то это ГГ. Блин, ну ты издеваешься, ты либо перелетаешь, ты этот, ну не врезайся, ну. Перелетел, молодец. Ты либо выше возьми, либо не этот. Проедь подниже. Ты дурень, а? Блин, ну и как здесь не терять ускорение, когда его начинает крутить в воздухе? Я ж не могу здесь прямо ехать. Это ты, блин, а? Ё-моё. Вот здесь прямо фиг поставишь точку. Серьезно. Он даже когда стартует, как-то едет немножко того. Кривовато. Ну офигеть, я даже ускорение не жму вперед, ничего, я вообще просто еду по этим полосочкам и все равно врезаюсь. А как же тогда это проезжать-то, простите? Ну, все идеально было, все равно врезался. Вот я не жму вперед. Он едет вот на этих ускоряшках, которые мне поставили по стандарту. В чем проблема, я не понимаю. Вот сейчас нормально. Не тормози, не тормози, дурик. Ну блин, зачем? Так, ну ладно, если я здесь неудачно приземлюсь, там в принципе есть ускорение. Это можно себе позволить. Главное залететь. Я просто думал, там должно ускорения нету. Ну что с тобой, придурочный? А все. Он теперь фиг залетит. Фигушки ты залетишь, конечно. Ускорение бесполезное вот это. Которое полосочкой. А чё это я не ускорился? А чё это я не ускоряюсь? Чё-то поломалось? Я ускорение сломал, серьезно? Ты будешь работать? О, спасибо. Твою ж налево, как туда залететь-то сложно. Ладно, давай попробуем перелететь. Наоборот. Там есть какая-нибудь контрольная точка, я не знаю. Типа. А там нет контрольной точки. Сука. Я фигушки туда залечу так, как я хочу.
Я бы отпечатался в ту дырочку, но туда не попасть нереально, мне кажется. Ладно, значит, будем пробовать сделать бочку. No problem. Ну вот ты дурень, а! Да продолжить. Ты ё-моё. Да я не понимаю, я каждый раз делаю все одинаково. Я доезжаю до этого ускорения, перестаю нажимать газ. В чем проблема? Почему он то перелетает, то не долетает? То вообще куда-то в ебеня улетает. Вот что? Вот он приземлился, и его, короче, начал колбасить. А мне же нужно, чтобы он дальше ехал. Как это сделать, непонятно. Есть какой-нибудь КТРЛ, я не знаю. Чтоб смягчить падение. О. Не падай! Спасибо. Есть, курить. Так, ну что, погнали. Долети, долети, спасибочки. Есть! Ха-ха-ха-ха! Лучше не бывает. Замечательно. Ну что ж, друзья, я предлагаю на этом первую серию закончить. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в паблик, контакт, ссылки есть в описании, ссылка на плейлист. А с данной игрой так стрим плейлистами будет в описании. Ну а с вами был Чуно Психиатр. Всем до встречи в следующей серии. Всем пока.